Привет, дорогие зрители и гости моего YouTube-канала. На связи, как всегда, я, Мокстер Геймер. И сегодня мы посмотрим на новое мини-глобальное обновление такой замечательной игрушки под названием «Никогда не ходи в темноту». Погнали! Как всегда, мы приступаем к данному крутому видеоролику. Давайте-ка нажмем на кнопку play, ну или играть. Ну и мы просыпаемся в нашей комнате, как в прошлом видео по данной игрушке. Наш персонаж что-то говорит. Кстати, наш персонаж еще научился приседать. Это очень прикольно. Я не помню, в прошлой версии можно было бы приседать или нет. Но вы, наверное, мне сможете подсказать в комментариях, просто посмотрев прошлое видео по данной игрушке. Также у нас работает компьютер без главного корпуса. Также появилась у нас елочка. Елочка, упа. Опять шкаф открывается. И что там? А нет, там ничего не появилось. Там не было вот этой мордочки нашей, которая была в прошлом видеоролике. Может быть, это какой-то баг, может быть, нет. Я пока что не знаю. Я потом, может быть, у разработчика игры спрошу. Может быть, он мне ответит. Я пока что не знаю. Так, у нас загрузка идет. Ну и опять же, такая как мини-сценка, где мы типа летаем как на ноу-клипе по карте, и нам показывают странную желтую дверь. Как бы это можно сказать выход. Может быть, уже в скором времени мы пройдем именно всю игрушку и будем посмотреть в будущем все обновления и все. Так, у нас есть бутылочка, и у нас, кстати, появилась карта, я забыл сказать. У нас просто было добавлено так, ничего сильно особенного, там новогоднее обновление, карта, новая моделька персонажа, ну, монстра, ну, вот. И там еще такие исправления, типа с скриптом, какой-то там, у них скрипт, это видно, приседание, скрипт на приседание, ну, или уменьшение персонажа. Если что, кстати, ключик от вот этой двери теперь лежит вот тут. И если вы хотите выйти, то надо посмотреть вот туда. Давайте-ка откроем дверь. Ой, что-то меня оттолкнуло. Вот. И еще, кстати, интересный факт, то что вот тут у нас находится еще какой-то ключик. Я нашел его один раз случайно, просто заглянул. Опа. А вот и новая моделька монстра. Ой-ой-ой-ой-ой. Добагалась у нас ходьба. Арбас. Опа, а тут у нас молоточек. Молоток. Он подписан? А, не, не подписан. Ну, окей. Разработчик сам решил, что делать. Кстати, вроде бы склад изменился. Или это мне так кажется. Или было еще какое-то обновление до этого. Я не знаю, я просто... Многие игры пропускаю, потому что я... Потому что у меня какая-то сейчас ошибка происходит в Play Market, то, что... Не хочет говорить, типа, какие обновления вышли, у каких игр. Это баг. Появился у меня в Play Market. Я, может быть, потом его как-то исправлю. Никогда не ходи в темноту. Опа-на. Бежим, пацаны, бежим. А! Он сюда проник! Черт возьми, он даже сквозь двери проходит. Вот же гадина немеренная. Вот это, конечно, я попал в тупик. Так, мы опять же спавнимся в главной комнате. Кстати, я недавно узнал то, что в главной комнате у нас есть пасхалки. И, во-вторых, еще то, что
У нас есть только 3 жизни. 3 жизни мы теряем, и сразу все, конец игры. Так, а тут что? Тут дверь. Вот этот же склад! Вот! Мы вот в прошлом видео его видели. Его просто перенесли, видимо. Или я просто туплю. Короче, хз. Напишите в комментариях, туплю я или его перенесли. А вещи шумят? Не, они просто не шумят. Это, конечно, прекрасно. Кстати, это трава. Мы что, на улице? Никогда не ходи в темноту. А я не хожу туда. Там страшно, там монстры живут. Тут еще какая-то вещь. Это что? Что это такое? Извините, ребята. Это какое-то оружие, что ли? А где наш монстр? Ребята, я вам не советую идти в темноту. Там монстры живут. Они вас сожрут в темноте. Опа. Получи! Гиги за шаги. Получи гиги за шаги. Не получил гиги за шаги, да? Ну ладно, и не получай. Что-то черный экран. А, это просто забагалось. Черный экран. В черном море. Ребята, поиграем в бутылочку. Корабль плывет потихонечку. О май гад. Бутылка к демону ближется. Она плавает, как будто в море. Поиграем в бутылочку. Ох, ёбарас, а ты куда же ты поплыла? Поплыла. А сюда можно? Нет, там типа твердая поверхность. Где у нас текстур, когда мы присели, будто мы левитируем. Ну, я в том смысле, то, что есть люди, которые как бы занимаются... Я не помню, как это называется, короче. Короче, забудьте. И не вспоминайте. Я вам не советую идти в темноту. Там монстры живут. Льва сожрут. При первом взгляде на вас. О, монат. Или ладно, давайте посмотрим на плохую концовку. Так. Зырим. А. Посмотрели на плохую концовку. Давайте-ка я покажу пасхалку, даже пасхалки. Может быть, я у разработчика попрошу, чтобы он и на меня сделал пасхалку. Смотрите. Мы просыпаемся как в айскрим, ой, не как в айскрим, а как в рейде на кровати. Если мы подойдем к этой тумбочке и ее откроем, тут у нас пасхалки на Топси. Я не помню, как этого ютубера зовут. Тут написано, не могу прочитать что-то. Роман Флоки и Крейс, вроде бы. Короче, тут пасхалка на ютуберов. Я потом попрошу, чтобы он добавил и мою пасхалку.
и опять же, помните? И опять же у нас открывается-то у нас наш, ну вот, темный шкаф. Ничего не появляется, мы от чего-то убегаем. Наш персонаж орёт, потому что его хотят затянуть в темноту. Кстати, если кто-то заметил, когда мы когда смотрели плохую концовку, почему-то новая моделька с текстуркой на вот этого нашего монстра не поставилась в плохой концовке. Там же осталась темная тень, и все. Может, это типа его душа, и может быть она типа нас сожрала. Я пока что не знаю. Ну ладно, ребята, давайте-ка закончим на данном моменте наш новый крутой видеоролик. Ладно, ребят. Спасибо всем за просмотр. Ставьте свои лайки. Подписывайтесь на канал. И также пишите крутые комментарии, чтобы попасть в следующее новое видео. А с вами был я, Мокстер Геймер. До скорых встреч. Еще услышимся.